На острове Русский прошел профилактический рейд с целью напомнить рыбакам о запрете выхода на лед. Его провели сотрудники административной комиссии по Фрунзенскому району Владивостока и полиции. Лед еще не сформировался. Если даже посмотрите на прибрежную полосу, вода стоит, открытая вода рядом с припаем. Лед очень тонкий и хрупкий. Напомним, согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед до 31 декабря 2023 и с 1 марта 2024 года. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.